Город Конаково принял лучших спортсменов страны в рамках Кубка России по аквабайку и новым дисциплинам. 87 участников съехались из десятка крупных городов. Лидерство оспаривали в кольцевых гонках на аквабайках, фристайле, мотосерфе и гидрофлайте. Трехдневные состязания прошли на базе эвент-отеля «Конаково Ривер Клаб», площадка которого заточена для проведения мероприятий такого формата. Это отметили организаторы Кубка России. Это фантастическое место, фантастически гостеприимное, качественное, заточенное под такие мероприятия. Все здесь, все близко. Спортсмен выступил, на пляже даже есть душ, вода горячая. Дико комфортно, дико вкусный ресторан, комфортнейшие номера. В этом году массовыми стали соревнования в классе фристайл. 24 участника. Уровень мировых состязаний, рассказали в судейской коллегии. Впервые провели официальное национальное первенство в классе мотосерф. Зрелищно прошли выступления в классе гидрофлайт. Среди взрослых спортсменов выделялась 9-летняя Элина Пронякина. Она всего 2 месяца парит в воздухе над водой. У мамы были друзья, вот тренера, и они занимались флаем. Вот. Мама предложила посмотреть. Я посмотрела, мне понравилось. Я попробовала, мне тоже понравилось. Мы решили походить. Элине этот спорт дается легко. Советует всем попробовать. Кубок России по аквабайку и новым дисциплинам в очередной раз показал развитие водно-моторного спорта в нашей стране. Спорт молодеет, подрастают новые чемпионы.